В стране предлагают законодательно регламентировать закупки в квазигосударственном секторе. Инициативу на заседании комитета в Сенате озвучил Алик Шпекбаев, замглавы агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции. По его словам, объем выделяемых средств для нацкомпаний и акционерных обществ превышает государственные объемы в несколько раз. Однако более половины зарегистрированных коррупционных преступлений приходится именно на закупки в квазигосударственном секторе. Для того, чтобы снизить риск взяточничества среди госслужащих, предлагается поднять им зарплату и сделать это за счет сокращения штата. Рассматривался вопрос и предоставления им жилья на льготных условиях, компенсации за аренду квартир, а также поддержки госслужащих пенсионного возраста. Помимо этих норм, борцы с коррупцией считают нужным повысить ответственность руководителя госорганов за взяточничество среди их подчиненных. Мы предлагаем внедрить персональную дисциплинарную ответственность руководителей за непринятие мер по непринятию противодействия коррупции. Вот здесь у нас статистика, вот мы за последние 5 лет, это практически это 4 органа, которые не сходят с пьедестала в отрицательном понимании. Если даже вот по Министерству внутренних дел взять, или же по Министерству финансов, обороны, или же вот Министерству юстиции, там факты, которые имеют. Если бы принимались меры тем руководителям, которые где были допущены вот эти коррупционные проявления, я думаю, что ситуация изменилась бы.